того, чтобы использовать блокчейн в закупках, нужна та или иная, акцепт той или иной криптовалюты. Возможно, это будет крипторубль, например, много об этом говорят. Ну, крипторубль – это сущность такая спорная, скорее, это будут электронные деньги. Например, на тендерах можно будет затем проследить полностью след того или иной, той или иной закупки полностью по номеру. Конечно, это большой плюс, где деньги остались и как они были использованы.